за 3 стрима. Если попотеть прям, чтобы это был азарт, 50 лямов смогу сделать за 3 стрима. А если хочешь челлендж заебашить, 3 стрима, задача за апнуть 50 лямов. Посмотрите, как фармит мастер. Сегодня челлендж. Попробую часиков до 6 зафармить 20 лямов. Если получится, сделаем плотный стрим по фарму. Максимально быстрый, прыткий, дерзкий. Это как бы... Так, ребят, опа, что-то есть. Прокил сюда! Паха мини-челлендж. 2к рублей. 3 рейда закрытым глазом. На выбор. Желательно завязать. Сука, отвлек меня, пират. Тогда 3000, братан, я готов. 3 рейда за завязать глаза. Хорошо, один глаз на выбор. Тогда трешка, пират. И выезжаю. Опа, чайник, сюда! Сюда! БПшка, сюда! Так, ребята, быстренько лазим, быстренько лутаемся. Колбаска, сюда! Все делаем исключительно очень быстро. Кулер, хуюлер, так, залутали. Погнали дальше, ребят. Нема времени, надо действовать, надо играть, надо тащить, надо побеждать. Так, шомы, ну закрой левый, наверное. Бля, ну я чат не буду видеть нихуя. Ебать, оно мерзко так шпилить. Есть шанс, что у меня глаз рипнется. Я надеюсь, что меня сейчас просто трахнут 3 раза подряд по-быстренькому, и я пойду next. Мы просто фармимся, как пираты, ребят. Пират фармила 93, приветствую тебя. Оу! Ебать, пират прям поднашел нормально, да? Нормально. Смотри, повязка, ребята, плюс бафает, плюс к луту, не? Сейчас посмотрим, сколько у меня будет бабок. Идет. Сейчас я делаем распродажу и смотрим. Даже в такой ситуации зафармить, так? You know? Даже завязанным глазом, ребят. Мастер смог, и вы сможете. Так, ну давай заберем кассу, посмотрим. Так, 11. Я думаю, сейчас мы напродаем еще немножко. И добавим 6 вместо 4, правильно? Так, ну что, забираем, да, кассу. Все, 12 есть. Добавляем еще немножечко. Погнали дальше, да? Вот, моя задача не класс показывать, а тратить минимум времени на фарм. Так, тут, кстати, где-то драгоценность еще, сейчас мы зайдем. Так, это все мало, и провода. Где же это нормал? Кек пойдет, 20-ка. Куда? Ниже спустился. Это 5 стрим снайпер. Блять! Ну видно, что... Да! Хороший рейд, ребята, хороший рейд, да! Да! Мне нужно больше лута, больше. Ань, сахарные, пиздец, сахарные трусики, ребята. Биткоин бы еще один. Самогончика бы. Пожалуйста, ну еще, давай, ну игра, ну сыпь лут. Хорошо же идет. Очень сладкие трусики, 93. У меня уже паяет. Сколько? 31 чеканка осталась. То есть мне реально не хватает чеканок. Плата 14. Да все беру, блядь, дядя. Все беру, все мне надо. Но не убивайте, плиз, дайте выйти. Заклинаю все силы, помойки. Так, ребята, когда я уже схрон забью, я смогу просто немножечко распродать предметы и увидеть хотя бы 15 лямов залутанных. Все, ребята, распродаемся, смотри, порядок. Надеемся, что тут хотя бы 3 есть. Паракорд в трусики. Сейчас мы увидим, сколько мне не хватает бабок для того, чтобы закрыть челлендж. Ну, типа, первый день. Быстрее, что вы там дрочите, блядь? Предметы скупаем у мастера. Так, ладно, нема времени ждать. Собираем баб. 20 есть. Ребята, в теории я уже 17, думаю, сделал. Но мы идем дальше. Так, ну что мы имеем, ребята? Какие у нас характеристики? То есть у нас 20 лямов. Получается, здесь мы меняем 15. Рейдов у меня сколько? 27. Вот так вот. 15, 50, 27, 8. Так, ребята, ставим. Сколько? Есть лям или нет? Мастера знают. Так, ребят, все, считаем. 50, 80, 140, 120, 140, 170, 300.
340, 450, 470, 490, 540, 550, 570, 590, 870, 880. Лям 200, ребят. Это неудачный рейд, реально. Лям 200. Так. Ебать, сюда! Ребят, нормально, фарм пошел. Ура, мне шлем все засейвил. Ура. Скажи ура. Ура! 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 Так, у меня видюшка, ребят. Я обязан, сука, выжить. По челленджу остались сутки. Кто-то в мою халупу пришел, да? А, вот это хороший рейд. Прокил дали. Тут звук есть. Бля, я не вижу его, сука. Блядь, он перезарядился. Ребят, я обязан, сука, выжить. Ой, блядь! Меня просто стрим-снайпит, сука, группа. Так, let's do it next, my friend. Меня? Здесь босс. Да, у меня здесь идеальная ситуация. I have Gular quest. You kill? Опа, сюда! Вон он, блядь, вон он, ебать его! Да! Блядь, ебать, здесь вкуснотища, я ебу. А теперь открой ротик, влетит пулеметик. Ребята, если я выйду, я богат, бля, я сразу закрываю челлендж. Вообще рейдик отличный. Ребята, если я выйду, бля, я просто себя после этого рейда отпопкаю, нахуй. Так, ребята, ну шо, попкаем получается, да? Да! Так, ну, в общем, нормально. Погнали дальше. Паракор, да, вы сказали взять? Так, ну давай статистику обновим. 5 лямов осталось, пацаны, я на коне. Рипчик, шо там, готов к котлету? Смотри, тут осталась хуйня. Надо в следующий раз челлендж заказывать на 2 дня. За 2 дня залутать 50 лямов. Бля, как думаете, сейчас я все это продам, у меня будет бабки? У меня до хрена почти полсхрона говна. Так, смотрим, сколько бабок у мастера, сколько не хватает еще. А? Бать, конденсаторы 18 тысяч, ебаугу. Я богат. Так, ну шо там, сколько осталось, ребята? Миллион остался. Смотри, миллион. Если тут будет миллион, на такого тоненького, это тоже денег стоит. Квестовый фонарик. Все, продаем, бля. Я хочу закрыть челлендж прямо сейчас. Так, еще 700 тысяч. Фу, так, ребят, ну что-то не хватает денег, блядь. 500 тысяч не хватает. Я думаю, сейчас напродаем, ребят. Это будет прикольно. Я тупо все толкаю, видите? Так, сколько осталось? 300 тысяч. Так, 200 тысяч. Бля, лянь, сколько денег. Где их выстроить? Да похуй, толкаем видюху. Бам, купим потом дороже. Сейчас, сейчас, сейчас все будет. Yeah! 55 лямов, ребят. Ребята, челлендж как бы пройден. Игра пройдена. Классно. Это все прекрасно. Вот так, ребята, вот так.